26 февраля в Каспийске прошла отправка гуманитарной помощи для участников СВО, организованная помощником главы Каспийска Арсеном Базаевым. По его словам, он совместно с инвалидами-колясочниками муниципалитета собрали необходимые принадлежности для наших бойцов. И мы вот в короткое время, за 4 дня, мы собрали 100 упаковки горная вода и 8 коробки продуктов питания. Вот первые необходимые, которые нужны нашим ребятам на полевых условиях. И вот действительно, ребята, когда я внес предложение, и ребята как будто ждали этого. И короткое время мы вот решили этот вопрос. Базаев рассказывает, что при сборе гуманитарной помощи не осталось ни одного равнодушного. Все с трепетом и любовью отнеслись к данному предложению. Когда мы покупали, да, вот продукты, мимо проходящая женщина услышала, что мы это собираем, да, в СВО. Подошла от себя 20 пар, дала теплые носки. Это так было очень приятно. И я думаю, на этом не будем останавливаться. И будем дальше помогать нашим ребятам, которые находятся на передовой. Да, и душой я пожелаю ребятам скорейшего возвращения домой, своим родным и близким, им живыми и здоровыми. Отметим, что на территорию СВО были отправлены продукты питания. Это чай, кофе, печенье, пряники, варенье и многое другое. А также одежда, футболки, носки и зимние шапки.